Сегодня у нас очень ответственное собрание. Я подготовила доклад по очень важной теме. Я тоже. Это самая основная проблема нашего класса. Даже не представляю, каких трудов нам будет стоить бороться с ней. Да уж, коллеги, на нас с вами лежит ответственность за будущее всего класса. И нечего там на задних партах хихикать. Это всех касается. Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о том, как бороться с этими... Как? С подсказками. Да, точно, с подсказками. И я приглашаю к доске Настю. С этим, как ее? Ну, этим. С докладом. Да, с докладом. Господа, не будем скрывать друг от друга, что подсказки у нас на занятии. Не это, ну не это. Не редкость. А что это за наглый мальчик? Он же не из нашего класса. Да это сын нашей учительницы. Она меня лично попросила за ним присмотреть. Я же не могла ей отказать. Он нам не помешает. Пусть сидит. Не редкость. И с ними, то есть подсказками, надо вести самую решительную, самую беспощадную. Не эту. Как ее? Борьбу. Борьбу. Правильно. Но только если мы сами хотим это зло, окончательно это, искоренить. Да, именно искоренить, господа одноклассники. Спасибо, Настя. А теперь свое мнение по этому. Как? Ну, по этому. По поводу. Да, по поводу. Скажет Алавидзе. Смешно смотреть на того, кто пользуется подсказками. Он похож на этого... На попугая. Точно, на попугая. Что ему не скажи, он не думает, а это... Ну, это... И повторяет. Повторяет и даже не задумается, о чем говорит. А ведь ясно, что подсказка это наш... Как его... Друг. Друг? Тьфу, ну какой еще друг? Андрей, подсказка – это наш враг. Подсказка приносит только это, ну как ее, ну... Пользу? Пользу? Ну какую еще пользу, Андрей? Подсказки приносят вред. Ну все, Ловица, твоя позиция нам ясна. Можешь садиться на место. А к доске пойдет... Агеева Вероника. Да, господа, подсказки – это самое опасное, что подстерегает нас на каждом шагу. Несмотря на то, что мы ведем беспощадную борьбу с подсказками, тем не менее, кое-кто из нас, вместо того, чтобы думать своей головой, пользуется чужими... Ну как их? Ну этими, ну как их? Тапочками. Чужими подсказками. А самое страшное во всем этом, человек до такой степени перестает, перестает. В общем, вы нас всех убедили во вреде подсказок. Садись, Агеева. Предлагаю проголосовать, кто за решительную борьбу с подсказками. Единогласно. На этом наше собрание, ну как его? Как его? Ну считаю, как?